Хейо, гай, с вами Шимки, и мы продолжаем ранить игру под названием Borderlands The Pre-Sequel. В прошлой серии, как вы помните, мы посмотрели страхи железяки, и здесь начался полнейший психодел, который просто мне ломает мозг. А взять даже просто эту комнату, да, я тогда что, туда вперед полетел, и покажется, что она просто очень вдалеке, да, но на самом деле, когда мы идем, мы становимся больше и больше. Нужно в голову ему стрельнуть. Это, знаете, немного напоминает, как мы в зазеркалье попали. Я лучше с пистолета буду. Бум! Оно разрушитель! Вот этот баг с оружием, он охерительный. Так, пиндальские высоты. Он, походу, работает только после до перезарядки. Вау, теперь у нас все вверх нога. Вау, отлично. Смотрите, да, такой навод, водопады. Понимаете, то что это все вверх ногами. О, похоже, это важное место. Ты все еще идешь за мной? Специфика. Специфика. Остынька. Этому вообще нормально залагал. Хорошо то, что камушки дают. Так, здесь, в принципе, до хера места, где можно осмотреться. Может быть, и железяку найду еще. Не-не-не, вот эта фигня с очень много патронов. Показалось. Куда же ты направляешься? Не говорите, что если я сейчас стану сюда, я повернусь. А знаете, я на самом деле подумал, что я сейчас вот так пойду. И такой оп. И пойду нормально, а? Не, нихера. Ладно, значит, мне нужно другой путь искать. Нужно искать другой путь. Твои усилия напрасны. Сколько я скину с основы чужих, так это запрещено операции. Не, ребята, вы с моим ледышкой не справитесь. Моим ледострелом. Ну, я его прокачал, но реально стал такой жесткий. Он носит много. Ой, знак нашел. Так, стоять, безбашенность, да, безбашенность. Сколько мне? Две. Шанс стихийного урона, урон ближнего боя, максимум здоровья, точность. Урон... Давайте максимум здоровья вкачаем. Класс. Шанс стихийного урона, урон гранат, урон ближнего боя, скорость стрельни, заряда щита. Здесь мне лучше скорость заряда щита. Так.
А, это суицидники, типа. Ну, я думаю, моя снежинка всех убьет. Смотрите, просто прогрессия урона. Он возрастает, я в немыслимых силах. Кто там хотя бы? Там кто-то стоит АФК. Ну ладно. Оу, я почти вспомнил, что надо раскрыть тебе о... Ну, тогда подумай о том, чтобы вообще ничего не говорить. Нет, я точно забыл. Ой. Нет, я снова пропала. Пожалуйста, прекрати. Почему? Вы всегда так меня ненавидите. Всегда, всегда. Такие злые. А я просто пытаюсь помочь. Да иногда я лажаю. И я на 10 в сотой степени жалею об этом. Но если ты не видишь, не можешь оценить мои намерения, то, наверное, не заслуживаешь ничего хорошего. И, в общем, я отсюда сваливаю. Ой, я не могу уйти. Я ведь тут живу. Но я могу бросить тебя. Я в ужасе. Извини. Я в ужасе. Извини. Так. Кора. Кора, 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 кора. У нас все есть? Поехали. Опа. Это главный ключ, да? Или нет? Пипец там этих. Походу, там будет что-то жестко. Так у меня хотя бы это правильно? Правильно. Дык-дык-дык-дык. Монеточки. Так, мне бы патроны для базуки. Сейчас я перезаряжу ее как раз. Welcome, welcome. Добро пожаловать, добро пожаловать. Снайперка. Ты на месте. Впечатляюще, когда объединяется с союзником этого робота, и мы соединимся с источником H, то станем такой силы, какую галактика еще не видала. Источник содержит невероятное число секретов. С его помощью я смогу направить Гиперион. А, Гиперион, да. Но с другой, ограничив себе. Это... Так, дрель для кода. Всего лишь одного из него чуда. Я проведу всю свою операционную систему. Ты не поверишь, какая сила скрыта в глубине этого. Это свобода. Так, как мне туда попасть? Оу. Кора. Если ты собираешься меня помешать, самое время это сделать. Не-не-не, все, это жестко, я валю. А сколько мне прожить нужно по времени? Хотя бы примерно. Потому что я с другой стороны могу просто постоянно убегать. Или не получится, да? Отлично, сказать раньше. Может, увеличим сложность? Пожалуйста, не надо. Пожалуйста. О, бандиты. Ой, сейчас же быки еще, да, будут? А, ну... Это то же самое, как... Не, серьезно, если здесь будут... Безбашенные психи... Ice cream coming.
А, так ты не атаковал его все это время. Вот черт. Не, ну я, в принципе... Ой, коньяка. Тихо-тихо-тихо. Не, нужно перебегать с точки на точку, чтобы они хотя бы меня не так сильно коцали. А когда начнутся... Что ты, челик, зачилил, да? Я думал, ты сдох. Так, все, ульту еще прокачивать. Нужно было ульту прокачивать, черт. Ладно. А у меня еще есть прокачка или нету? Нету. Ой, а у меня патронов скоро на этот не хватит. Слушай, конечка, может гоу я тебя. Так, тебе все точно. Теперь займемся этим. А, я кажется, поменял, да? Урон, урон. Скорострельность. Урон от оружия. Радиус взрыва. Да, я гранату поменял. Или нет, подождите. У нас сколько? 3? Там у меня было 0. Все. Еще сложность увеличим. Так, ну смотрите, в принципе, здесь не так уж сложно, если подумать. Или подумать. Что по мне похуярит? Ну и что по мне там стреляет? Теперь все ясно, что по мне там стреляло. Пустись на землю. Урына. Так, стоять. Отлично. Ого. Это уже начинает надоедать. Неужели с тобой? Ладно, я сам все сделаю. Sunward, бери. С помощью моих новых друзей. Я понял, до свидос. Главное, чтобы. Ой, блядь, я думаю, главное, чтобы никто мне сюда не вылезал. Конечно. Никто не влезает, почти. Где этот приятель? Я знаю, что способен это ничего не изменит. Ах ты, пидорас, уходит. Он убегает. Он убегает, теперь мне его еще искать нужно, да? А, ты даже так делаешь. Я тебя понял, приятель. Мы...
Мы также можем играть. Класс. Тихо. Мне нужно ультимейт набрать. Ууу, нихера! Тихо. Так, хорошо. Ой, это плохо, это уже плохо. Тихо. Тихо. Я понимаю, мне нужно бежать просто сейчас отхилиться от него. Так. Пускай он восстановит себе, ладно, весь щит. Мне все равно. Он валит. Тихо, готово. Отлично, я его убил. Фух. Да, а сейчас? Ты сейчас меня слышишь? Отлично. Жаль, что он умер. Это был невероятный... Так, кусок кода. Возьми его пушку. Мысли, я не могу взять голову. Мысли. Не, я возьму эту голову. Я выкину мусор и возьму эту голову. Выброси. А тебя мы берем. Так, вот, используем. Фух. Да, босс жесткий. Хорошо, что я в прошлой серии тут к нему сразу не пошел. Не, ну это... Блин, ну, сказать честно. На самом деле, я думал, мы срём. Ну, щит. Он тащит. Чисто мы его затащили из-за щита. Благодаря щиту. В основном катку. Потому что с тем бы мне уже давно расхерячили, а с этим... Вот так вот. Вот так вот. Ладно, берем код. Источник H. Отлично. Встретимся на палубе 13.5. Есть. Иди к попочке. Вы понимаете, я не имею ни с какой координации, я покину это жуткое место. Поехали на палубу. Ну, по сути, у нас последняя серия, да, будет... Потому что мы убили главного босса.
Мы дадим тебе ключ, подожди. Вот оно, малыш. Дай мне его. Ну ладно, давайте Лану отдадим. Что из этого лучше? Что, пистолет охерительно. 80 хуем урона. Это... Извини, но разве я не сказал, что чертово время у нас на исходе? Пистолет возьму. Фух, спасибо. Мне была нужна эта штука. Пора, раз уже получится. А ты, я смотрю, все еще веришь в своим. Вот и все. Ты не пройдешь. Пока я не пойму, какой пистолетик лучше. Понятно, что по сути. Урон в 200. 200 с чем-то урона больше. Точность, ладно, меньше. Скорострельность одинаково. Перезарядка там. А, хотя патронов побольше. Ну, я возьму это. Ну, тут и прицел массивный. На-на-на-на-на-на, окей. Сколько раз тебе нужно повторять? Я могу проецировать изображение друг. А не важно сознание этого робота или еще что? Не за то, что уберет его Джека. Ты не Джек, а я еще железяка. Спасибо за источник H, тупица. А теперь убью тебя с его помощью. Так это еще не все? Вау. Я на самом деле ж думал, что это уже все. Оказывается, нет. Но это, похоже, уже финальная битва. Поэтому давайте я закуплюсь. Хорошо. Сказать, закупиться надо хорошо. Фигня. Это нужно будет заюзать. Та пушка, мне кажется, разнесет ему лицо просто на... Пф. Руна огня. Это щиты хуже, чем мои. Так, ну ладно, давайте сделаем вот как. Мне нужно в первую очередь что? А я не знаю, что... То что мне нужно? Давайте базуку я поменяю, думаю. На ту, там где 10к урона. Да подумаем, да, дрщ. Точность. А, ну тут два выстрела. Ох, так я могу еще телепортироваться. Блин, ну погнали, ладно. Второй год. Тебе ждет забаве. Смирись с этим. Я же знаю, что ты не можешь меня убить. Наконец-то. Я знаю, что ты... найду тебя здесь. Это я вызвал тебя. Оу. Брат мой, пришло наше время. Интегрируйся со мной. Мы соединены с источником H. А после проложения огненной пути во вселенной, она будет дрожать. Так, заслывать ими железяка. Это звучит довольно круто. Мы совсем... Так, воздух из гелиуса и уничтожим наших врагов. Ты лучшие друзья, которые постоянно смеются над тобой. Изложишься против тебя. Все они умрут. Да опять, чтобы скрести договор. Они все умрут? Обещаю, они все умрут. Да. Развел. Но почему бы не передать этих уродов? Они ведь тебя не нажалели. Они бы продали тебя за милицинкл. Потому что они мои друзья. Тогда ты умрешь, что бы ни случилось дальше. Жаль. Искатель хранища, на этот раз я получу силу источника H. Так, дорога уже побеждал вас. Бля, если он жестче станет, это будет намного... Вот черт. Ты читаешь мои мысли?
crack the key! Defend yourself so I can shoot you! Missiles locked! Targeting routine initiated! Так, мне нужна глухая точка, где он меня не сможет достать. Ага. А, ну он умеет летать. Охренеть. Его роботы тоже умеют летать. И он может меня запулять еще. Что это было? Хиль. А, так у тебя слабое место-то в голове. Как примитивно. Ой. Враги, где все? Отлично. Ну смотрите, в принципе. Что сказать могу? Если я не буду нигде цепляться и меня не будут давить, то довольно легкий босс. Давай с базуки. Ну посмотрите, что он может против меня сделать. Чего? Ой, вот это беру слова свои обратно. Да ты надоел! Я понимаю, что я тебя сейчас убью. И ты это тоже понимаешь, прекрасно понимаешь довольно. Все. В смысле, это еще не все? Это еще не все? Нужен новый план. Воу-воу-воу, он херящий через это. Почему? Это сейчас очень плохо. Я на самом деле думал, что это уже все. Я не ожидал следующей фазы от него. Ладно, где моя пушка? Мне нужно, главное, сломать ему его херню хейте.
Так, 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 тихо, тихо, тихо. Вот это плохо. Этот луч меня может и убить. Поэтому я прячусь. Как вы видите, все хорошо идет пока что. Отлично. Тихо прячется. Так, хорошо. А, у тебя еще эти. Так. Плохо. Тихо прячемся. Там много он делает зарядов. Перед тем, как стрелять, к этому можно уворачиваться и прятаться. Ой. Просто минус тысяча. Минус тысяча. Видите, его слабое место это, в принципе, ракеты, хотя они только и есть. Так, он говорит, что бластер заряжает. О, так я мог делать просто так, оно было бы еще быстрее. О, тихо. Луч уничтожения. Давай, глазница. О, тихо, тихо. Тихо, вот это что новенькое пошло? О, тихо, что происходит? А где он? Где он? Кого мне убивать? А, то есть у него такие, да, функции?
он меня бесит. Вау. Жесткий, жесткий босс. Ну, интересный. Босс жесткий, но интересный. Монат его разношу. Лазер! А я вот не понимаю, а... Это тоже не вариант. Если вариант только этим... Просто я не вижу, чем его убивать. О, все хорошо. Бля. Да, вот это называется. Попал. А ну отвалите вы от меня. Хорошо, вот эта базука просто разносит ему лицо. Может, ты герой? Ты не герой, давай быстрее киль меня. Чего? О, ни хрена себе. А с чего я его пулял? Типа электричеством, да, тоже фигарил? Ох.
О, отлично, ребята. Вы как раз вовремя. Вы дурачки? Сейчас мы его добьем уже. Мне только нужно электрический. А, нет, это не то. А, да, это то. Все. Так, сразу прокачиваем себе этот. На всякий случай, еще раз ульту. Урон ближнего боя, урон гранат, емкость щита, заряд. Урон гранат, емкость щита. Задержка. Все. Почему мне так мало добра дали? Эй! О, наконец-то глупый мой сигнал с тех пор, как ты удалил попасть в этот подсознание. Что ли? Бери. Источник H, оттуда и цифровые материалы, есть самое главное. Это источник H. Сначала самое главное забираем. Ни хрена пушка. Hey, you got the H source. Awesome. Get back to me at the lab. This is gonna be so cool. Без тут пушки. Смотри, какая. Так, не, тебе обязательно возьму. Блин, зачем я вообще их экономлю, если дайте сейчас туда-сюда? И это последняя серия. Так, и модификатор, да, там, кажется, чего-то взял. Казалось. Так, отнести источник. Блин, тут столько. Блин, тут столько добра, это си. Фе. Жалко уходить, все отсюда, это все бросать. Блин, тут такие пушки. Что, мы идем? Да, сейчас пойдем, подожди. Нужно остановиться. Урон. Что здесь еще ценит? Ладно, давайте, короче, пойдемте. Блин, тут столько. Добра, много. Что ты? Опа. Столько бабла. Ты мне бесишь, пушка. Почему я тебя выбросить не могу? Нужно было, блин, тут квест не выполнять, ебучи. Так, давайте самое дешевое, что у меня есть, выброшу, так ты. Выбросить. 4 куска я возьму. 3, 4, 5 кусков. 5 кусков я возьму тоже. 5.
спросить. 5. Они одинаковые, ладно. О, еще камни. Ладно, полетели. Нужно серию уже заканчивать. Надо уже заканчивать серию. Дайте, а как я... А, долечу, да? Так, палуба 13.1.2. 46 минут идет видео. Ну и нормально, в принципе, последняя серия, почему бы нет. Вот так. Ведь было легко, да? Коснись этой панели, как консоль, и она извлечет из себя источник H. Сожми ноги, что ли. А, джекпот! Считай, что я твой работодатель, очень-очень доволен, что твой работодатель. Дорогуша, вот это была поездочка. У меня в руках ключ от гиперионского корлеонца, от супер-чертежей Тенсера, самые последние данные разведки и... Программы кода для уничтожения любой серии товаров, например, надоедливых, болтливых и уникальных железяк. Я знаю, что такое... Так, увольняться приглушен... Ну, Джек, это... перебор. Как здорово было королем, детка. Слушай, ты что, серьезно железяку уничтожил? Ну, до сюда мы не долезли, это в том, где, помните, нужно было залезть. Но я не смог туда попасть. Не, ну жаль. Вот это, на самом деле, дался такое себе. Специфически, не, прикольно, да, типа, в голове железяки, что у них творится, все такое. Ну, блин, жалко, как бы, железяк. Жалко железяк. У меня рассинхрон. Да, Финна, я с тобой согласен полностью. Это идиотизм. Уничтожать железяк. Ну, мы знаем по второй части, которую вы скоро, наверное, увидите когда-то там у меня на канале, что он вышел. Ну, это типа спойлер, считайте. Вот так я и познакомился... Нет, это прошло позже. Вот так я и оказался на заснеженной тундре, один из предметов... Нелюдимый. Это случилось позже, но я не знала, что Джек хотел уничтожить все свое... Так... Я тоже. Я был в самых безумных местах Пандоры, но такого еще не видала. Я тоже. Чур... Мне так неловко. Афин, я хочу извиниться за это. За то, что приказала меня казнить. Да, просто я не знаю, выжили ли мы. Или Джек погибли. Думаете, тут нет других монстров? Классная музыка. А давайте теперь поговорим о Долце. В принципе, Долце офигенный, потому что мы узнали, как выглядит мир железяки у них внутри головы. А плюс у нас здесь разные новые враги были, и все в таком духе. Локации прикольные, да, ну, такое. Боссы новые. Но то, что нам дают много пермамутра, это охерительно. Давайте я пропущу, может там еще что будет.
Если что, это вторая часть уже у нас так начинается. Ну как начинается, мы здесь появляемся, во второй части. А, ты тут настоящий боец, да? Их железяку уничтожили, остался только он, единственный. А, ну так вот. Истинный. Он истинный искатель-хранилища. Окей. И это было ради... Серьезно? Рекламный чит. Читы. Давать. Так, у нас миссии тут появились. Ну, думаю, я не буду их выполнять, потому что что? Правильно. Какой смысл? А ну-ка. Привет, Северо-Экономия, меня... Ай, стоять, я ж вообще не ту пушку использую. Вообще она читерская называется. Ладно, я... Взять устройство с данными. Давайте, короче, я не буду дальше проходить доп. Миссии, потому что, в принципе, читать их нету. Мы с вами прошли, да? А что здесь будет, это быстрее, знаете, будет похоже на такую херню. А, короче, как вражеская защита от башни. Ну как, не башня, а просто, короче, защита. Защита от волн. Вот такая вот херня там будет. Поэтому как-то так, давайте на этом тогда, я думаю, заканчивать, на этой такой, ну, специфической нотке. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И увидимся в следующих серии Borderlands. Поэтому всем пока.